Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вам показать свой заказ Faberlic, а также платьица с китайского сайта, который заказали мне мужчины мои. Вот, ну еще тут пару покупок для сада, огорода у нас. Заказ Faberlic я делала, в принципе, ради мамы, ради нижнего белья для мамы, я имею в виду верха. Девушки, у которых большая эта часть... Они, наверное, поймут мою маму, что подобрать верх очень сложно, чтобы было удобно, комфортно. Я вас не понимаю, девочки. Совсем. Да, на мне природа отдохнула, причем она не то, что отдохнула, она ушла в загул, когда во мне закладывались гены данной части, да, мама? Моей сестре тоже, но моей сестре не так сильно, как на мне. На мне так вообще в отпуск, да, ушла мама. Да, мама? Пупок. Пупок, да. Вот. Так, сейчас покажу заказ. Мама у меня, конечно, примерять не будет, но я хочу показать. Маме очень понравился вот такой верх. Это 95G у мамы размер я ей взяла. Мама, правда, говорит, что можно было чуть поменьше. Ну, не знаю. Вот. Нет, по мне так поменьше. Чашечка поменьше, да. Объем нормально, чашечка можно было поменьше, но а мне кажется, нормально маме села. Ну, не знаю. Мама говорит, можно было поменьше. В общем, вот такой с усиленной поддержкой. Вот такой красивый. Я на самом деле брала. Там еще в комплекте есть низ, такие трусики красивые. Но я думала, что мне придется возвращать, потому что косточки. И маме много белье, вот обычно такое, знаете, красивое, оно маме обычно не подходит, да, мам? Да, почему не подходит. Вот. Тебе понравилось белье? Да, померила хорошо. Косточки необычные, у меня... Так как у мамы есть животик, у нее обычно косточки, в общем, упираются, ей натирают. Но мама сейчас... До крови. До крови, да. Поэтому мама не любит. Мама мне любит больше такое спортивное белье, скажем так. Это вот те, которые на беговой дорожке бегут такие, вот типа... Лифчик-маечка, такая, да. Коротенькая. Очень удобно. Очень удобно, да. Ну, некрасиво, но удобно. Некрасиво, но удобно. Поэтому я покупала большой. Я покупала через... Тоже в интернет-магазине они такие все. Но они теперь мне все велики. Угу. Вот, поскольку я похудела, я... Да, сколько у меня? 100... Было, я покупала, мама, в общем, 105. 105 объем, да. А теперь вот Наташа купила 95. Нормально. Вот они чем хороши. Они вот здесь косточка жесткая, прямо жесткая. Uh-huh. А здесь она вот такая вот мягенькая. Вот. Мягенькая. Ну, а я почему покупала? У меня раньше вот эти были жесткие. Прямо вот что вот здесь железяка, что вот здесь. И поэтому натирала. Поэтому натирала до крови. В принципе, я их потом вытаскивала, а вытаскивала уже все. Вот. Уже смысл терялся, да? Конечно, смысл. И чего я буду? Сколько у меня там их валяется. Угу. Вот. И получается то, что вот эта мягкая кофточка, она, получается, собирает в кучку. Не в подмышке, такими эти крылышками, а в кучку. Как единорожек такой вот. Маме даже непривычно стало. Да, очень непривычно. Там все надо было уложить, все это так вот. Все так это самое, чтобы... А тоже обычно эти же спортивный раз одел так, джик, и все. И оно сам там. Вот. Да. Это раз. Во-вторых, оно не натирает вот это. Вот оно идет как бы по форме тела. И не упирается. Да, не упирается, не натирает. Вот я тут походила, не натирает. Вот, и при этом он держится тут как полочка. Вот так вот. Да, и здесь еще, видите, усиленная форма, сделаны вот такие лямочки, которые не впиваются. Видите, они как? Потому что это тоже у мамы проблема такая обычно была. Да, так это у всех. Если широкая лямочка, она бывает раз так, фыть, и скрутилась канатиком. И пошла натираться. Вес-то там, ух! Как говорят, 2 типа 5. Я не знаю, мне вас не понять. Да, а нам-то как тебя не понять? Смысл? Вот были бы у меня такие бы маленькие, я бы в жизни бы не ходила бы. Вот, и потом еще чем они хороши? Вот 4 уровня застежки. И еще плюс типа липучки. Ну, в общем, не знаю, мне понравилось.
Ну, то есть я буду маме заказывать еще, мама просто попросила поменьше чашечку. Да, если да, поменьше. Но это там это мама тоже себя оставит, потому что ей он понравился. Да, да? Я себе оставлю, но, ну, во всяком случае, вот куда я ни заходила, там или ух, цены. Думаешь, нет, лучше я пойду так. Вот. Или же комплектом, там, значит, вот такая грудь. И эти самые бельевые веревочки. Ну, извините, если такая грудь, то корма-то там должна быть тоже же хорошая. А не для бельевых веревочек. То смысл тогда одевать эти бельевые? Тогда без трусов ходить. Да. Вот, так что вот так вот. То, что маме понравилось, девочки. Я, кстати, очень много слышала, что многие хвалят вот белье. Ну, мне-то как бы все равно, что без белья. Дорогое. Что с бельем. Да, вот 700 рублей. Недорогое. 700 рублей, да. Так, ну, там разные есть комплекты, есть и подороже. Но вот на мамин размер 700 рублей я взяла. Мне кажется, очень... И качество такое приятненькое, да? Да. В общем, симпатично. Все, мам, мы тебя замуж будем выдавать. Здесь вот трикотаж. Вот здесь вот шелк. Не знаю. Вискоза, наверное, да? А тут написано вискоза? Нет, а ничего не написано. Ничего не написано. Подожди, мы сейчас почитаем. Подожди. Полиамид и хлопок. Все правильно, вот. Вот это полиамид. А к телу оно трикотаж. Ну, трикотаж хлопок, да. Это, кстати, очень хорошо. Это хорошо, это не будет потеть, если все такое, в общем, нормально. Здесь мягенько. Все, мама, красотка у нас. Да. Вот, а еще я там пока стояла, ждала, пока девочка подойдет. В итоге, кстати, подошел мальчик в пункте выдачи. Зашла там в магазинчик, купила тапки по 250 рублей. Бона, уйди. Да, вообще просто. Да, вот видите, кстати, шерсть от нее летит. Она сейчас линяет у нас. Вот. Сделать. Вот такие тапки обычно в Оби или в каких-то магазинах стоят, короче, очень дорого. 600-700 рублей, да. А тут по 250 рублей просто такой магазинчик, типа подвальчика. В общем, мама, у нас такая говнодавчики. Красота у нас теперь в огороде будет розовые. Ходить. Нет, они хорошо. Они мягенькие. Вот у меня там финские. Да. Бона, я поняла. Там финские были, я тогда покупала. Тоже они хорошие. А вот, кстати, в Оби они... Эти, знаешь, как эти? Пластмасска. Да, в Оби нам не нравятся такие. И стоят. Бона, перестань. И стоят они дорого, а тут да. По 250 рублей. Ну, просто, знаете, какой-то подвальчик такой, магазинчик. Главное, сезон всё. И недорого. 250 да. Всего рублей. Да. И они хороши, то, что... Нет, в Оби они еще по краешку дырочки. Обычно в этих ходишь как, по мокрой траве, там, это самое, и всегда с мокрыми ногами. А тут так сверху и проветривает, так что... Да. Такие говнорозы. Так что мы еще с мамой с тапочками. Ну, это не Фаберлик, да? Девочки, вы поняли, это просто тапочки. Просто да. Тапочки из подвала. Вот такие мы красотки. У меня мама, я ей хотела тоже такие шлепки, но... Не люблю. Она не любит у меня вот с такими между пальчиками. Да, а я наоборот обожаю. Так что мы красотки теперь. Еще я своим мальчишкам взяла шортики вот такие. Я вам, кстати, все... артикул оставлю внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Ну, мне кажется, я большеватый размер взяла, я не знаю. Одному 158, второму взяла 128. Зеленые. Я уже такие брюки брала им. Ну, такие, типа, а-ля спортивных, дома ходить. И это у меня теперь шортики. Сейчас тоже они у меня оденут, мои красотули. Покажем вам. И, кстати, в первый раз мне дали вот такую коробку. Впервые такое, сколько я хожу там... получаю всякого. Вот. Значит, наверное, за то, что пришлось мне почти 20 минут ждать. Еще взяла вот такой кондиционер, защита от света. Ну, всякое цветное белье буду стирать. Я, мне кажется, уже такое брала. Также взяла вот этот с аромакапсулами. Кстати, я вроде бы не тот взяла, мне так кажется. Хотела розовый, а почему-то у меня вот этот получился. Ну, да ладно. Вот. Мне многие из вас рекомендовали взять вот эту жидкость для мытья посуды. Лимон и мята. Вот, в общем, взяла. Очень вкусно, кстати, он пахнет прям лимончиком. Так что обязательно попробуем. И здесь у меня в маленьком пакетике, это я уже так до кучи. То есть у меня, в принципе, заказ был ради белья маминого, да. Но
на пробу взяла. В общем, я буду ей еще заказывать. Взяла еще, вот, бросила вот такие салфетки детские, так как вот две упаковки, так как они у меня сейчас дома, вот такие маленькие, чтобы мне в сумку положить, видите, с антибактериальным эффектом, если мы куда-то ходим, чтобы всегда были у меня влажные салфетки, потому что, ну, мальчишки, они и в Африке мальчишки. Еще взяла снова вот эти бритвы. Они нравятся моему мужу. Я тоже ими пользуюсь. Они мне тоже нравятся. Не знаю, кто-то мне писал, что ужасные сразу выбросили. Девочки, мне понравилось. Не знаю. И набрала вот таких там до кучи по какой-то акции. Знаете, там от суммы, от какой-то суммы там, в общем. Ну, я думаю, кто заказывает, тот знает. Вот такие масочки. Попробуем. Какие-нибудь я маме отдам. Какую-нибудь себе оставлю. Не знаю, мама тут выберет, какую ей... Наверное, вот восстановление упругость маме отдам. Эластичность, комфорт, наверное, тоже маме отдам. А это, по-моему, просто витаминная. И еще одна витаминная. Вот такие масочки. Решила попробовать. Кто-то мне тоже писал, что маски хорошие у Фаберлик. Так что я попробую. В общем, сейчас пойдем мерить шорты. В общем, вот такие вот у меня пацаны. Конечно, великоваты им шорты. Что одному, что второму. Ну, ничего, а мне нормально. Тебе нормально? Да. Вот, ну, в общем, я все равно их оставлю. Маленькому-то совсем они великие. Но оставлю ему, все равно не буду их отдавать. Да они просто сползают. Стойте спокойно. Почини. Вот, не буду их сдавать, оставлю. Попы повернулись. Да, старшему хорошо, а вот маленькому там просто у него еще ценник, поэтому я... Сдаваюсь. А маленькому велики, конечно, но ничего страшного. Пойду шорт? Да. В общем, вот так вот. И вот платьица, которые заказали мне мои мужчины с сайта AliExpress. Они у меня вообще на AliExpress, кстати, очень часто заказывают, ну, всякую такую нужную для них, а для меня ерунду. Всякие там какие-то... Ой, я даже боюсь сказать, что вообще какие-то проводочки, какие-то штекеры там у них, еще что-то. Я даже не знаю название всей этой истории, потому что они не любят там, не знаю, усилить какой-нибудь аккумулятор в какой-нибудь машине, что-то в этом духе. В общем, и там, ну, рекомендуют же всякие товары. И, в общем, им порекомендовали вот такое платьице, которое им очень-очень понравилось. Они мне его, кстати, показывали. Вот, ну, я так сказала, ну, обычное платье. Вот, ну, они решили мне его заказать, что очень-очень приятно. Оно, конечно, недорогое, там что-то 500 или 600 рублей стоит, но я вам ссылку на него оставлю внизу в инфобоксе. Они мне заказали размер S. Я вам покажу, как оно смотрится на мне. К нему идет вот такой вот поясок, кстати, который очень качественно выполнен. То есть, видите, он ровный, что как бы не может не радовать. И строчки все ровные, то есть нету, знаете, вот этого перекошения, ну, когда перекошено, все такого нет. Внизу идет вот такой воланчик, оно как бы идет с запахом, как бы с запахом, но вот здесь вот зашито, то есть оно такое вот идет. Хорошо закрывает грудь, потому что, ну, бывает такой совсем длинный вырез, а здесь нет. И S-ка мне так, ну, то есть это идет размер в размер, на мой взгляд. И внизу вот такая рюшечка, кстати, смотрится очень-очень классно, так что, девочки... Мужчинам нравятся такие платья. Я, кстати, замечаю, что, ну, очень многие мужчины там именно вот на такой фасон, такой силуэт, а такой струящееся платьишко, они больше обращают внимание. Так что, девочки, возьмите себе на заметку. Ну, а ссылку я вам оставлю внизу в инфобоксе. И сейчас покажу, как смотрится оно на мне. И, кстати, вот это платье, я забыла вам сказать, я его уже постирала, погладила, потому что оно пришло такое слегка мятое, вот, и ничего не село, не полиняло, потому что мне очень часто пишут о том, что вот, покажите после стирки, что все это такое, такое вот, оно все садится, все, я не знаю, выцветает и так далее, нет, оно такое прям... как шелковистая, как мама меня называет эту ткань, приятная очень к телу, на жару будет вообще классно. Так что, девочки,
я вам советую себе прикупить новое платьице. Да и вообще, кстати, присмотреться к подобному фасону, потому что я обращаю внимание, ну, тоже какие-то знакомые мужчины, когда вот видят на девушках такое платье, они всегда говорят, какая красивая. Так что вот. Не забывайте, что все ссылки я вам оставляю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч.